ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Печать твоей любви в сердце моем. Ты ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Печать твоей любви в сердце моем навеки навсегда. Как велика твоя любовь, ревность, как летящая стрела. Что не в силах угасить твою любовь. Угасить твою любовь. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Я возвал, он услышал меня.
окружили сильно, толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, дал распять тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, каждый ране твоей крик «люблю тебя». Я так люблю тебя. Я так люблю тебя. Ну, давайте даю слово Владлену Ибрагимовичу. Давайте поприветствуем. Спасибо. Спасибо, Павел Евгеньевич. Здравствуйте. Знаете, я хочу, чтобы мы сделали одно духовное действие. Давайте встанем на наши ноги. Мы сейчас пели песню «Наш Бог так велик». И там звучат такие хорошие слова. Пусть увидят все, пусть услышат все. Да? Но как они услышат, если мы не скажем? Да? Если мы не высвободим просто вот этот свой такой Божий крик, крик Духа в духовный мир. Аминь. И может кто-то сейчас сказать, ну как они услышат? Ну в здании, как бы город там, между нами улица, да? Но я вам хочу открыть один секрет. Когда евреи ходили вокруг Иерихона, кто был во внутри Иерихона, они тоже навряд ли сильно слышали крики, которые делали евреи. Там потому что показали раскопки, что стены были высокие, и они были в два ряда. То есть не одна стена, их было две. Представляете? Но самое главное, что этот крик был высвобожден в духовный мир. Аминь. И Бог начал производить свою работу. Я верю, что в Ленинск-Кузнецке Бог тоже по нашим молитвам, по нашим провозглашениям будет производить свою работу. И это не мое. Это на основании Слова Божьего, на основании Писания. Благословением праведных город что делает? Возвышается. Кто хочет жить в хорошем городе? Аминь. Я тоже хочу. Я особенно хочу. Потому что Ленинск-Кузнецк вроде как маленько посовременнее, нежели Белово, вот, чтобы современность пришла. Аллилуйя. Давайте просто соберем сейчас всю свою веру просто. И просто, вот что есть внутри, просто крикни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Мы славим Твое святое имя. И на этом месте, Господь, мы провозглашаем Царствие Твое Божье во имя Иисуса Христа. Мы возвышаем свои голоса. Дьявол, убирайся прочь во имя Иисуса Христа. Тут Царство Бога и Христа Его. Господь, мы благословляем этот город Твоим святым именем и покрываем его молитвой веры во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Давайте будем присаживаться. Знаете, мне нравится Библия. Мне очень нравится Библия. Мне очень и очень. Скажи соседу, мне нравится Библия. Аллилуйя. Мне нравится Слово Божье. Аминь. Знаете, мне нравится приветствие апостола Павла. Это кладезь. Это кладезь. Я встречал, конечно, такое в прошлой жизни, когда людям от нечего делать, когда они сидят в четырех стенах, они тоже пишут письма там, они тоже приветствуют друг друга там очень, очень красиво и очень богато. Но начал это делать Божий человек, апостол Павел и его предшественники. Аминь. И интересные вещи, он всегда представлялся сам очень красиво, он говорил, он подчеркивал все какие-то необходимые вещи, он говорил, я раб Божий, я апостол Иисуса Христа, призванный не человеками, но Богом для благовестия и т.д. и т.п. И знаете, недавно, я вот приехал с сессии, у нас был один преподаватель, он такой приходит и говорит, давайте познакомимся. Ну, я сидел не первый, и пошла очередь по рядам, и все встают, говорят, я, Вася, с города, Ленинск-Кузнецка, занимаюсь благовестием, другой говорит, я Петя, евангелизацией занимаюсь. Доходит очередь до меня, я думаю, что сказать-то Я говорю, Владлен Ибрагимович, уроженец города Кемерово, церковь КХЦ, сейчас занимаюсь миссионерской деятельностью в городе Белово. И когда речь-то доходит до того, надо же сказать, чем занимаешься, я понимаю, что
Ну все, вот Павел Евгеньевич сказал, что приходится и петь, и проповедовать. Я понимаю, что я как бы и певец, и жнец, и кузнец, как бы, ну, я говорю, ну могу спеть, как бы, могу и сыграть, могу сплясать, говорю, как бы, ну все приходится делать. Знаете, слава Господу, что мы можем делать все для Бога. Аминь. Вот, это я маленько вкратце о себя, чтобы, ну, кто, может, меня не знает, что мы из Белова. И вот сейчас приходится и играть, и плясать, как бы, и молиться, и благовествовать, ходить, и проповедовать. Но слава Богу, что Бог дает такие возможности. Слава Богу, потому что, заглядывая в свою прошлую жизнь, я понимаю, что это от Божьего Духа. Я бы раньше бы, не полежать часов до 12, ну куда ни шло, как бы классно там. Ну после 12, может, выспавшись, встать, что-нибудь сделать, ну еще ладно. Ну чтобы я вставал там в 5, что-то делал, потом что-то еще делал, а потом делал еще сверх меры. Это вообще, это не про меня. Я понимаю, что это от Божьего Духа. Это Господь вкладывает, это Господь дает такую привилегию тебе сегодня ходить по этой земле, проповедовать Евангелие, служить Ему и молиться. Молиться сверх твоих человеческих сил. Сверх твоих человеческих сил. Аминь, друзья. Аллилуйя. Вот. Ну и когда вот мы представились, все как бы мне пришлось сказать, что я могу сыграть, спеть, сплясать, как бы, ну, все так, ну, интересно посмеялись. Но слава Господу. Слава Господу, что мы можем что-то делать на этой земле для Бога. Знаете, сегодня, ну, встал с утра, и такой морозец, и тоже вот как Альбина говорила, что кто-то, может, не пришел из-за того, что холодно. Я тоже, я как бы, ну, я понятно, что я двинулся верой, я 3 раза выходил ночью машину прогревать, как бы это для меня вообще, это шаг веры, конкретный шаг веры, это же надо встать. Как бы, когда самый сон только настигает, у меня нет автопрогрева, я сразу как бы говорю о нуждах, как бы, перед Богом, о желаниях, о возможностях. Ну, а не скажешь, никто не узнает. Мы вот про камеру заикнулись, раз, камера появилась, понимаете? Бог благ, аминь. Скажи, Бог благ. Бог не оставляет своих детей в нужде, Он восполняет их. Потому что Бог наш, Он Бог обеспечивающий, аминь. И никакой отец не потерпит терпеть голод своему ребенку. Он всеми силами он восполнит нужду, потому что это наш отец. Он любит нас, аминь. Ну и все, встаем такие, короче, я все прогрел, нормально, тронулись. А внутри, знаете, этот, ну, плотяночка, она же такая. Я люблю Слово Божие, но плоть от своей, вот, и тело люблю, и душу люблю, но плоть, вот она вот такая плоть. Слава Богу, есть рядом жена. И я еду всю дорогу. Сцепление замерзло. Сцепление замерзло. Как бы. Жена же, ну, где-то поусаивала, подъезжаю, она говорит, слушай, ты надоел, ты что, хорошая погода. Все, слава Богу, я понимаю, что да, я вроде не ропчу, но как бы, ну, я говорю об этом, что погода она такая. Ну, действительно, сцепление замерзло, там что-то там плохо отжимается и все такое. Ну, слава Богу, мы добрались, действительно, на улице холодно. И знаете, я с утра, когда выходил разыграть, я вспомнил стих. Я еще и писал. Было время, когда я писал. Сочинял, писал, я не знаю, Бог вкладывал или может, любовь, как влюбленность к жене. Я не знаю, что происходило, но почему-то, когда я поженился, я перестал писать. Я перестал писать стихи. И вот этот стих, который я вспомнил, моего личного произведения, он такой, знаете, очень актуален для сегодняшнего дня. Я хочу его прочитать. Но только строго не судите, ладно? Можете как бы записать, может, потом в сборнике войдет куда. За окном зима и холод, а у нас в душе огонь. У людей печаль и грусть, а у нас с тобой всегда радость будет пусть. Веселится и ликует Божий весь народ, потому что в жизни наши Бог пришел однажды. Аминь. Аллилуйя. Так что пускай зима давит. Знаете, есть один плюс. И мы сегодня с женой провозгласили его. Ну, когда я уже обличился, когда она сказала, хорош тебе это. Я еду как бы, и когда у меня опять эта мысль, что на улице холодно, я говорю, на улице холодно. Ну, говорю, классно, вирусы все поумрут. Ну, действительно, все-таки Бог допускает какую-то вот такую погоду холодную для того, чтобы, наверное, все вирусы просто, они, ну, были уничтожены. Аминь. Всякие гриппы, там, простуды, ОРЗ. Пускай они во имя Иисуса Христа с этим холодом они уйдут. Мы-то по-любому не замерзнем, да? У нас огонь Божий греет. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажите, друзья, можно задать вам вопрос один? Один вопрос. Вот что? Хотя я не любитель задавать вопросы, потому что проповедник знает как маленько правильный ответ, в каком направлении он двинется. А когда задает залу, не всегда как бы, ну, и маленько получается неловкая ситуация. Но я хочу задать вопрос, что необходимо верующему человеку для жизни?
Аллилуйя. Вот сразу правильный ответ. Видно, что церковь движется в правильном направлении. Как бы. Спасибо, Павел Евгеньевич. Как бы. Я думал, что я начну там то-то, то-то. Я такой раз, как бы, и блистану, знаете. А вот, а мне вера нужна. Да, нам необходима вера, друзья. Нам необходима вера. Это 100%. Потому что, смотря в Писание, изучая Писание, да, я вижу такие очень интересные вещи. Очень интересные вещи. Люди, находящиеся со Христом какое-то время, даже долгое время, оказывались неверующими. Фома просто, 15-14 глава. Фома, все знают Фому? Ну, Фома, брат Фома. Хороший парень. Интересные вещи. Ходит со Христом. Там Христос омывает ноги, там причастие. До этого за главу, там в 13 главе он говорит, что мне предстоит уйти к Отцу, что я пострадаю. Все это говорит. И интересно, 14 глава, смотрите, 14 глава написано. Фома же сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь и как можем знать путь. Представляете, человек, находящийся со Христом рядом, просто, оказывается, может и не знать вообще, что происходит вокруг. Что происходит вокруг? В 20 главе мы видим, представляете, все Евангелие он с Иисусом пробродил, все Евангелие он с ним проходил, чудеса видел, все видел. Иисус ему несколько раз сказал: я есть им путь, истинный, жизнь, мне надлежит уйти, мне надлежит пострадать, я иду к Отцу, чтобы вам было хорошо. Ну все, все, буквально все. Приходит момент, Иисуса распяли, воскресает. Приходит к ученикам, говорит: нормально, все, ребята, давайте, я воскрес, пойдем дальше. А Фомы в этот момент не было. Вот надо всегда ходить в церковь, друзья. Надо всегда ходить на молитвенные. Надо всегда ходить на группы. Пускай даже если тебе неохота, потому что ты можешь пропустить вспышку. Как бы я не буду говорить это слово, оно другое маленько там. Но вспышку можно сказать, которая перед вспышкой, мы его опустим. Вот, ты можешь пропустить вспышку. Очень яркую вспышку. Христос пришел, Фомы нету. И интересно, что потом, когда Фома приходит, ему говорят: Христос приходил. Он говорит: пока не увижу, не поверю. Не поверю, пока не вижу. Вот такое вот, знаете, наше естество. Так устроен человек. Взять Иоанна. Иоанн сам про себя пишет. В этой же 20 главе написано: Христос воскрес, пришла Мария, сказала: там Христос воскрес, его нету в гробнице. Они с Петром побежали, Иоанн бежит быстрее его, прибегает, заглядывает, правда нету, как бы, ну, зайти побоялся, что-то испугался, видать, ну, молодой что парень, скажет, в гроб заходить, ну, не каждый рискнет прям просто так, раз, не каждый-то на кладбище ходит по ночам, да, не каждый? Я ходил. Кстати, на кладбище очень интересная есть штука такая, там есть фосфорные столбы такие, вот я думаю, кто часто бывает на кладбище, тот знает. Очень интересно, да, да. Но некоторые пугаются и не ходят за это, думают, что это какие-то силы какие-то там такие, ну, сверхъестественные. Нет, это просто когда человек начинает с землей, как бы сказать, разлагаться, то есть фосфор этот, он высвобождается. Вот, и он пришел туда, ну, в гробницу побоялся. Петр-то раз, как бы все нормально, Петр уже зрелый, взрослый, он не на одном кладбище был 100%, возможно, ни один памятник поставил. Раз пришел, раз все. И написано, что когда они увидели, написано: Иоанн уверовал. Ну, вот этот молодой человек, ну, это Иоанн про себя пишет, уверовал. Такое ощущение, что все Евангелие он не веровал. У Христа как бы был на груди, рядом был и как будто не веровал. Друзья, нам необходима вера. Аминь. Нам необходима вера. И интересно, знаете, что люди, они так устроены, что, ну, такой, знаете, такая есть фраза, да, пока не увижу, не поверю. Вот знаете, да, такое есть. Вот люди говорят, вот, пока не увижу, не поверю. Но интересно, что у Бога оно все наоборот. Бог говорит наоборот: пока не поверите, не увидите. Пока не поверите, не увидите чудо. И знаете, я верю не потому что, да? Пускай для нас это станет, знаете, как такой крылатой фразой. Я верю не потому что, я верю для того, чтобы. Не потому что я увидел, не потому что я узнал, а для того, чтобы увидеть и узнать. Для этого мы веруем, аминь. Написано, что благодатью мы спасены через веру. Нам необходима вера для нашего же спасения. Нам необходима вера для того, чтобы увидеть чудеса какие-то в своей жизни. Нам необходима вера для того, чтобы просто принять вот это Слово Божье, насаждаемое, могущее спасти нас, могущее нас изменить, могущее произвести работу. Знаете, у меня есть друг, который отсидел 15 лет.
За эти годы он прочитал Библию, наверное, раза три. Но она так и не сработала в его жизни. Потому что не было веры. Не было веры. Можно читать ее просто как литературную книгу. Просто, ну, знаете, некоторые ученые, они вообще работают над Библией, они изучают, что как было, как над исторической книгой. Некоторые просто там видят какие-то литературные красивые там высказывания, да, изречения. Но мы смотрим на нее глазами веры, аминь. Глазами веры. Мы не можем сегодня логически, интеллектуально понять вообще Бога. Понять вообще вот этот путь спасения. Ну не можем, не можем. Мы можем только принять верой, что это совершилось, и почувствовать на своей жизни, как Бог производит работу. Аминь. Нам сегодня необходима вера, друзья. Потому что нам сегодня надо будет устроить пожар. Устроить пожар. Никого не пугает пожар? Тем более, когда на улице холодно, пожар вообще необходим. Вот я не знаю, кто был, ну, ребята особенно, кто вот, ну, мужского пола, они понимают, что такое пожар. Кто на погребах жег, ну, костры раньше, жгешь костры, как бы, ну, раз смотришь, уже как бы вокруг тебя поле горит. Интересно, такие моменты были. Или просто поджег один склон, смотришь, там уже стога горят, как бы, ну, такие вот пожары мы устраивали, было такое дело. Или, знаете, есть интересная история про Самсона. Вот реально просто шалун был конкретный вообще, просто... Ну просто ты творил вообще, надо же додуматься просто. Ну да, ну кошкам банки мы привязывали, как бы, ну, за хвост. Они бегали прям-прям-прям, и от того, что она прям-прям, она еще быстрее бегала. Но чтобы поймать лис, не просто на шкурку забить их, а поймать, привязать факелы и на вражескую территорию запустить. Ну это вообще, это надо же так, ну, ну такой, видать, это, видать, так где Самсон. Хороший парень был, ну. Нам надо сегодня устроить пожар, друзья. Нам надо сегодня пустить вот этих вот лис на вражескую территорию. Аминь. Конечно, мы не будем ловить лис, мы не будем зажигать конкретный огонь, чтобы Ленинск-Кузнецк не спалить. Мы запустим духовных лис. Аминь. Нам надо устроить сегодня пожар во имя Иисуса Христа. Аминь. Я, знаете, я так как бы и назвал, ну, немножко слово «сожги кущу». «Сожги кущу». Давайте будем открывать Библию. А сколько время пошло? Давайте будем открывать Библию, Евангелие от Матфея, 17 глава. Всем известные стихи, я думаю, знаете, ну, перечитывая сейчас их, все скажут, а, да, эта история всем известна. А что там читать, как бы? Ну, знаете, повторение мать учения, аминь. И это не я говорю, это сказал не Ленин, это сказал не какой-то там учитель, преподающий в светских учреждениях, это сказало Слово Божье. Потому что мы видим, что когда Лука пишет Феофилу, он говорит, я пишу тебе то, в чем ты уже был наставлен. Как бы, ну, вроде что говорит, то есть он уже наставлен, по идее, да? Апостол Павел пишет послание и говорит, что повторяться для меня не тягостно, а для вас назидательно. Аминь. И можно, знаете, можно сказать, да я Библию вообще 18 раз уже перечитал за свою жизнь, как бы я тут каждое слово знаю. Но знаете, когда мы повторяем какие-то истины, мы утверждаемся в них. Когда мы повторяем истины, мы становимся взрослее, потому что с годами что-то замыливается, что-то затуманивается, откровения уходят, а особенно если откровения эти просто ты слышал в церкви и ничего не записывал, то запросто можно потерять. Аминь. Так что повторение мать учения. Давайте откроем 17 глава Евангелия от Матфея. Так, давайте, наверное, ну, может, с первого стиха прочитаем, да? По прошествии дней шести взял Иисус Петра и Якова и Иоанна, брата его. Знаете, почему-то он не взял много народу, да? Много, вот взял вот троих, да? Но мы сегодня можем как бы в этих именах, как бы, ну, всей церкви раствориться, да, верой. Мы же верующие, аминь. Так что давайте растворимся просто в этих трех именах и просто вместе со Христом совершим это путешествие. Взял Петра и Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И приблизился перед ними... И просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей, Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Когда он еще говорил, сие облако светлое осенило их. И сей глаз из облака глаголющий. «Се есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте». И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус,
приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Аминь. Интересная история. Интересная история. Бог берет трех ребят. Иисус берет, да? Трех ребят. Трех учеников своих и возводит их на гору. Возводит их на гору. Знаете, когда мы приезжаем откуда-то, да, или когда мы приходим откуда-то, приходим в Дом Божий, что мы начинаем делать? Вот скажите, что мы начинаем делать? Когда мы рождаемся свыше, когда мы освобождаемся от зависимости, когда у нас открываются глаза, что мы начинаем делать? Мы начинаем устраивать свою жизнь, аминь. Ну, дана новая жизнь, мы начинаем ее устраивать. Мы начинаем жить по-новому, мы начинаем учиться, мы начинаем работать, мы начинаем как-то, ну, обустраивать свое жилье, мы начинаем реализовываться в церкви, входить в какое-то служение. Мы пытаемся устроить свою жизнь, и это нормально. Я считаю, это нормально, аминь. Когда ты не пытаешься, а делаешь все для того, чтобы стать активным участником в Царстве Божьем. Когда ты просто становишься нормальным человеком, когда ты социализируешься, когда ты, ну, из, может, какого-то человека, который не внушал доверия, становишься человеком, которому сегодня, ну, люди что-то доверяют. Когда соседи уже с тобой здороваются, они плюют тебе вслед, да? Это нормально. Это нормально, когда ты начинаешь нормально одеваться, когда ты, ну, чистишь зубы по утрам, да? Когда ты гладишь брюки, когда от тебя приятно пахнет, ты устраиваешь свою жизнь. Аминь. Ты устраиваешь свою жизнь. И смотрите, вот это слово, да, которое сказали Петр, Иоанн и Яков: «Давай мы построим тебе кущи». Я задумался, что такое кущи вообще? Да, ну, как бы, ну, что-то есть как бы в голове. Ну, кущи, да, кущи, что-то, шалаши, наверное, какие-то. Я посмотрел, что это слово значит. Это слово значит жилище. Это слово значит хижина. Это слово значит крона деревьев. Если посмотреть, да, ну, как бы вот хижина, жилище, это вроде как бы такие комфортные условия для человека, да? Удобные, комфортные, теплые, хорошие. Ну, кто хочет свой дом, кто хочет вообще свое жилище, свою квартиру, теплую? У кого-то есть уже, кто-то хочет, да, аминь, будет, брат, будет, с верой будет. Это хорошо, это классно. Если посмотреть другое, да, значение, это крона, это заросли, то есть это чаще, это хороший лес такой. И мы тоже можем увидеть в этом очень много хорошего такого и полезного. Да? Когда мы идем куда-то на речку, и этот летний зной, жара, солнце, оно давит на нас, мы что делаем? Мы раз как стараемся около дерев как-то, да, так под крону залезть и полежать где-то так, ну, ветерком там пообдувать себя. И хорошо, если он сам дует, ну, если не дует, то этим веером, да, как-то так, ну, помахать. Это хорошо и это классно. Это классно. И Неемия, 8 глава, описывает тоже интересную ситуацию. Когда они пришли из плена, написано, что они устроили, как раз был праздник кущей, и они праздновали этот праздник. Написано, что они все сделали кущи себе, и там была весьма такая великая радость среди народа Божьего. Это классно. И хорошее предложение было у Петра, у Иоанна, у Якова: «Давай, ну а что, давай построим кущи». Ну, классное предложение. Если бы мне сегодня подошли и сказали: «Владлен, давай мы тебе построим дом Белова». Я бы, наверное, сказал, ну почему ты, вот, например, вот подошел вот человек, который занимается стройкой, нормально занимается стройкой, нормально стоит, подошел и сказал: «Владлен, давай мы дом тебе построим». Я бы сказал: «Ну, ребят, ну, приму, приму». Но мы видим здесь интересную ситуацию, Христос не отреагировал. Просто, ну, как будто такое ощущение, что он их даже не услышал. Просто не услышал. И если посмотреть книгу Левит, то мы поймем, наверное, почему Иисус не отреагировал на их предложение. Почему он так отнесся. Нам надо иметь правильное понимание, что такое куща, что они предложили, и что Библия говорит о куще. И книга Левит, 23 глава, говорит о празднике кущи. О празднике кущи. Этот праздник праздновался в конце лета, да, как по-нашему сказать, когда люди собирали уже последний урожай, они уходили в
поход, так скажем, по-русски, да, чтобы нам было понятно. Они уходили куда-то, они ставили шалаши, и они праздновали этот праздник. Они праздновали его, друзья, 7 дней. 7 дней. Видать, на тот момент Христос вот этим своим действием, вот этим своим молчанием, да, Он, возможно, дал им показать, ребята, ну, не в этом суть. Классное предложение построить шалаш. Ну, возможно, не просто шалаш, возможно, хороший шалаш они предлагали построить, но не для кого-то, для Моисея, для Илии, для Христа, наверное, они бы, ну, вложились бы в эти шалаши. Но он, наверное, имел что-то глубже, Христос, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих целях, и он им не ответил. Потому что книга Левит говорит, что они всего 7 дней праздновали. Хорошее время, когда мы приходим к Богу, когда мы приходим с Ним на гору, это классное время. Это чудесное время. Это драгоценное время. Но мы видим, что оно не может быть постоянным. Есть время наполняться, есть время раздавать. Есть время расти, есть время не расти. Умоляться. Есть разное время. Есть разное время быть со Христом на горе. А есть время, когда тебе надо спускаться с горы. Когда тебе надо спускаться с горы. И вот эти, знаете, вот эти кущи, да, вот эти кущи, вот это все, что мы приобретаем на протяжении своей христианской жизни, это порой просто может нам помешать в нашем главном предназначении. Сегодня я общаюсь очень много с верующими. И я вам честно скажу, я это вижу. Я это вижу явным образом. Когда ты предлагаешь человеку куда-то поехать, он говорит, я бы с удовольствием. Вот душа рвется, вот дух побуждает, но у меня ипотека. Он построил себе кущу, которую он не может оставить. Кущей может стать все, что угодно. Кущей стать даже может служение, ребят. Когда ты просто вот приходишь в него, погрязаешь в нем, и ты ничего не делаешь, ты держишься за него, как за последнюю надежду. Ты не растешь, ни меньше не становишься, ты просто схватился за него и держишься. Кущей может стать твое воскресное собрание, когда ты ничего не делаешь, а просто приходишь. У тебя уже есть свой стул, вот этот как навес над этим стулом, чтобы солнце не пекло. Подлокотнички удобные, но это твой стул, это твоя куща. Ты приходишь туда, садишься, тебе комфортно, тебе тепло, тебе удобно, для тебя песни поют, проповедник говорит, и ничего не надо, в принципе. Аллилуйя. Но смотрите, когда они предложили построить кущу, Христос им отказал. Христос отказал, просто вот этим молчанием Он им отказал. Знаете, один человек, Божий человек, сказал очень интересную фразу. Комфорт способствует нашему неверию. И это действительно так. Это действительно так. Когда у тебя холодильник пустой, тебя сам живот понуждает что-то делать. В первую очередь, конечно, начать молиться. Аминь. Господи, Господи, что-то надо делать, что-то надо делать, что-то надо делать. Когда тебе придется въехать на миссию, тебе придется молиться. Ты автоматически выходишь из зоны комфорта. Когда надо тебе идти на евангелизацию, не просто на работе рассказать соседу, который уже все знает про тебя прошлого и про тебя будущего, а когда тебе надо на улицу выйти, особенно еще в мороз, тебе в любом случае приходится молиться, ты в любом случае пересекаешь вот эту вот зону комфорта. Твоя вера, она просто повышается, потому что там без веры там никуда, там просто так без веры не пропрешь. У тебя начинает что-то повышаться, у тебя начинает вера расти, ты начинаешь укрепляться, ты начинаешь молиться, Господи, Господи, верую, помоги моему неверию. Ты становишься верующим человеком в любой сложной ситуации, в любом дискомфорте ты становишься верующим. А кущи, они, получается, создают какой-то такой, знаете, комфорт вокруг нас. И знаете, есть интересная история, третья книга царств. Я думаю, ее тоже все знают. Просто она как-то мне так по-новому открылась. Это история про Илию. Третья книга царств,
19 глава. Третья книга Царств, 19 глава. Угу. Тоже интересная ситуация. Илия только что побеждает пророков, там кучу языческих пророков, приходит с победой, все классно. Но там остается одна злая тетка, которая обозлилась на него, которая преследует его, пытается убить. И мы видим, что Илия прячется тоже, знаете, под таким деревом, под кущей под такой, знаете, под кроной дерева, под можжевелом. Написано, знаете, 19 глава с 3 стиха. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. Человек верующий пришел с победы. И какие-то такие, знаете, ситуация такая не очень хорошая в его жизни, да, гонения со стороны власти. Изавель это была такая, женщина властная. И вот со стороны ее такие нападки, атака, гонения. И мы видим, что Илия прячется тоже под можжевеловым кустом. Тоже залазит такие какие-то, может, более-менее комфортные такие условия, знаете. Что там бродить, там гонения, лучше здесь полежу. И еще мало того, он еще говорит: «Господи, может, и вообще хорош, заберешь меня. И все, хватит мне с меня. Здесь кущится, отдохну, а там еще лучше кущится, и все, и нечего мне здесь делать». И мы видим, что какое-то время небольшое он проводит под этим можжевеловым кустом. Как вот этот праздник кущи в 7 дней. Он не был постоянным. Это было временно. Потом люди опять шли заниматься своим привычным делом. Опять шли заниматься трудом. Опять шли служить Господу, что-то делать для людей, производить какие-то работы. Они шли что-то делать. Также и Илия. Он скрылся под этим кустом. Он пролежал там какое-то время. Написано, что Бог в это время укреплял его. Он его кормил, он его наполнял. Так же, как и ученики со Христом там на горе. Они от этой славы Божьей, они наполнялись и они росли. Но все это было для чего? Если посмотреть, то пророк Илия, да, он, когда он окреп, когда он напитался, Бог дал ему новое задание. После этого он идет и приобретает себе ученика Елисея. После этого он совершит еще много чудес, он сделает еще много дел. Он какое-то время был под этим кустом, окреп, напитался, наелся и опять тронулся в путь. Я думаю, что Иисус желает для нас, чтобы мы, знаете, чтобы мы были такими активными участниками в Царстве Божьем, чтобы мы были активными соработниками в Царстве Божьем. Чтобы мы не были людьми, которые только вот находятся в присутствии Бога и больше ничего не делают. Эта история показывает ярко нам, что есть время, действительно, когда мы приходим, когда мы освящаемся, когда мы наполняемся, но приходит время, когда нам надо отдавать, когда нам идти. И мы видим, что основное призвание Божье, да, основное призвание Божье, которое Иисус сказал в Евангелии от Матфея: «Вы свет миру, вы соль земли». Нам сегодня надо разрушить вот эти вот комфортные какие-то кущи в наших жизнях. Нам надо сжечь их. Нам надо просто пустить туда лист, чтобы не осталось никакого основания. Чтобы ничего не мешало нам сегодня просто производить работу. Чтобы ничего не мешало нам сегодня служить Богу. Чтобы ничего не мешало нам служить людям. Чтобы никакой комфорт, никакие вот эти вот удобные условия, они нам не мешали. Аминь. Второе Паралипоменон, 31 глава. Второе Паралипоменон, 31 глава. Очень интересная история тоже. Про царя Иезекию. Про царя Иезекию. 31 глава, с 1 стиха. Написано, что после
определенных событий, да, когда просто люди, уже будучи Божьим народом, люди верующие, можно сказать, народ избранный, Божий, да, когда они просто, ну, как-то отошли от веры, когда стали делать какие-то, ну, неправильные вещи, в этот момент Бог ставит царем Езекию. И написано, и по окончании, 31 глава, с 1 стиха, и по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты, и жертвенники во всей Иудее, и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манасиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилю, каждый во владение свое, в города свои. Смотрите, Писание говорит о Божьем народе. Здесь говорится о Божьем народе, о избранном народе, тех, кого Бог когда-то вывел из Египта, из дома рабства, тех, кого Он провел через море, через крещение, те, которые видели чудеса, те, которые жили в пустыне, те, которые были обеспечиваемы, то есть это люди, которые жили с Богом, которые видели чудеса Божьи, которые знали Бога. И написано, что несмотря на это, они создали себе статуи, они создали себе дерева, они создали себе высоты. То есть высоты – это и есть вот эти кущи, в которых им, наверное, было комфортно. Они тоже приходили, они тоже что-то делали там в этих кущах, они поклонялись каким-то идолам. Но это были верующие люди, друзья. Нам сегодня надо заглянуть в свою жизнь. Может, я тоже где-то что-то построил. Может, тоже выросло где-то какое-то дерево, под которым мне сегодня удобно и комфортно. Может, есть какая-то высота, но не Божья, куда я сегодня хожу. Нам надо заглянуть в свое сердце, потому что Писание говорит, чтобы мы испытывали себя, верили мы, чтобы мы исследовали себя, чтобы мы хранили свое сердце, чтобы мы обращались к Богу. Господи, зри, не на опасном ли я пути? Давид, говоря эти слова, представляете, человек, царь, муж Божий, пройдя такую хорошую жизнь такую, даже с молоду уже, одержав такие победы, он говорит, Господи, зри, не на опасном ли я пути? Мы можем с вами просто где-то охладеть, мы можем с вами просто где-то остыть, где-то сбиться и настроить себе эти кущи. И на первый взгляд нам комфортно, нам классно. И мы можем себе сказать, ну не это ли Бог для меня приготовил? Чтобы я жил безмятежно и спокойно, чтобы меня никто не трогал, мне тепло, комфортно, сыто и все здорово. Мы видим, что Писание говорит, что они срубили эти деревья, они разрушили эти статуи, они просто, вот эти кущи, они их уничтожили из своей жизни. И написано дальше, что Езекия, он восстановил богослужение в храме. Настоящее богослужение. Не такое, которое было. Они даже оставили церковное, да, храмовое богослужение. Настолько они уклонились в этом своем идолопоклонстве, что они оставили самое главное. Написано, что он пришел и он разрушил. Главное наше предназначение – это не свою жизнь устроить. Аминь. А помочь другим устроить жизнь. Поэтому Иисус сказал в Евангелии от Матфея, да, что мы свет мира, мы соль земли. Мы вот были с Алексеем, ну, на сессии, и там мы читаем такую, знаете, как это сказать-то, Леш, молитву, да? Мы ученики Иисуса, соль земли, свет миру, в силе Святого Духа станем свидетелями Иисуса Христа и примером до края земли. Что делает свет, скажите? Леша знает правильный ответ, он экзамен вчера сдавал. Что делает свет? Да он горит. Ребята, он просто горит. Он весело горит. Но самое что интересное, когда горит свет, когда горит огонь, его видят. Его видят. И он является источником тепла. К нему тянутся все, чтобы погреться. Свет является чем-то таким ярким, активным. Это не просто уголек, который тлеет где-то непонятно где. Это свет, который горит.
на которые обращают внимание, которые ставятся наверху горы, которые видят все. Это мы. Иисус говорит, вы свет миру. Вы свет миру. Он не смотрит на наши какие-то ошибки, на наши недостатки. Он уже говорит, вы свет миру. Вы свет миру. Вы соль земли. Что делает соль? Она является очень активным веществом в продукте. Вот продукт, это, знаете, это как мир. Продукт – это как земля. И если там не будет соли, то она будет вообще невкусная. Она сгниет, возможно, завтра. Но именно соль придает вкус продукту. Именно соль сохраняет этот продукт, делает его вкусным. Аминь. Иисус говорит, вы соль земли. Это наше предназначение, друзья, не устраивать свою жизнь, а идти в мир и принести туда вот эти вот простые истины, принести туда свет спасения. Аминь. Знаете, я смотрю на это все, и я понимаю, это такая огромная привилегия для каждого из нас. Это такая честь, что Бог сегодня просто тебе доверил это. Просто несмотря ни на что, Он говорит, иди, спускайся с горы. Спускайся с горы. Там без тебя земля гниет. Там без тебя просто твои близкие во тьме погрязли. Спускайся с горы. Не надо строить кущи. Они в Царстве Небесном. И у них там, поверь, лучше, нежели ты тут можешь что-то им построить. Спускайся с горы. Хватит сидеть. Хватит сидеть. Аминь. Знаете, я когда сюда ехал, и когда с утра встал, я спрашивал, Бога, знаете, мы призваны пророчествовать, да? Написано, чтобы мы ревновали о пророчествах. Да? И я спрашивал Бога, Господи, вот какое пророчество я могу сегодня высвободить? Какое, чтобы для народа Божьего? Я молился, я спрашивал Бога, и были разные мысли, знаете, но одно мне Бог показал. Я хочу пророчествовать сегодня. Я хочу сегодня пророчествовать. Одно местописание мне показал Бог. Это книга Иисуса Навина. Когда-то сам Бог в жизнь Иисуса Навина пророчествовал. Когда-то сам Бог, представляете, сам Бог пророчествовал в жизнь Иисуса Навина. Говоря о его успехе, говоря о его благоразумии, говоря о новой земле, в которую ему предстоит войти. Я сегодня хочу пророчествовать, друзья, для каждого из нас. Для каждого здесь сидящего, что Бог, Он обещает нам успех. Он говорит, всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сделал Моисею. Знаете, когда я это принимаю на себя, я понимаю, что это просто, такое благо, оказанное Богом, просто мне, просто всякая земля, на которую я ступлю, я даю тебе, Бог говорит. Он говорит, что ты будешь иметь успех. Он говорит, что ты будешь благоразумен в путях своих. Он это говорит каждому сегодня из вас, кто сохранит веру, кто сохранит твердость, кто будет мужествен на своих путях. Аминь. Он говорит это каждому из нас, друзья. Просто нас ожидает земля. Очень много земли. Очень большие территории, которые ждут нас сегодня. И на всякое место, на которое мы ступим, Бог дает нам. Бог дает тем, кто сохранит свою веру, кто будет тверд и успешен в своих путях, кто будет тверд и мужествен в путях своих. Аминь. Нам сегодня необходима вера, чтобы нам просто взять, сжечь вот эти вещи, которые нам сегодня мешают. Знаете, вы поете песню? Огонь. Поете? Духа Святого мне пылает. В центре? Аллилуйя. Нам надо спеть эту песню, друзья. Нам нужно просто вытащить вот этот огонь любви, огонь веры, которым мы просто сегодня подожгем. Вот эти кущи, и пусть они горят.
Пусть они горят. Пускай ничего не останется, что может нам мешать идти в новую землю, в которую шел Иисус Навин. Аминь. В которую шли, в которую шел Божий народ. Все, что нам сегодня может помешать, надо сжечь. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте сделаем шаг веры. Шаг веры. Давайте встанем на наши ноги. Это шаг веры. Это будет не молитва. Давайте просто сделаем вот так вот. Это шаг твоей веры. Навстречу Богу. Аминь. Это первый шаг к разрушению тех вещей, которые тебе сегодня мешают. Это, возможно, первый шаг к свободе. Это, возможно, первый шаг к исцелению. Это, возможно, первый шаг к завоеванию той земли, которую Бог для тебя приготовил. Это, возможно, первый шаг в те места, которые сегодня погрязли в темноте. Это, возможно, первый шаг в те места, которые сегодня гниют от распутства и от разврата. Это то, что ожидает от нас Бог. Это то, что ожидает от нас Христос. Он сказал: ребята, все, не надо, побыли на горе, а теперь вниз. И мы видим, когда они спустились вниз, они служили, они ходили по земле, они делали доброе, они служили людям, они молились, они проповедовали. Аминь. Сегодня мы спускаемся с этой горы, и пусть будет это первый шаг к нашему служению, к нашему обновлению во имя Иисуса Христа. Давайте просто закроем глаза сейчас, откроем свои сердца, и вот этот огонь, которым Бог зажигает наши сердца, вот этот огонек любви, пускай просто он сегодня пылает так мощно, чтобы просто в этом огне осталось только что нам необходимо, только то, что нам необходимо, чтобы в этом огне закалялась наша вера. Аминь. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, Господь, мы приходим к Тебе сейчас в этой молитве. Мы открываем свои сердца, Господь, перед Тобой, великий Бог. Мы славим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за этот огонь любви, огонь веры, Господь, который Ты вложил в сердца наши. Господи, не дай нам угасить это во имя Иисуса Христа. Дай нам всегда пылать для Тебя. Дай нам всегда светить, Господь, в Царстве. Царстве Твоем, Господь. Дай нам всегда светить в тех местах, где мы сегодня находимся, Господь. Светить для Тебя, светить для народа, светить для тех, кто сегодня еще, может, Тебя не знает, Господь. Мы сегодня поднимаемся на эту гору преображения. В этой молитве мы восходим туда, Господь, с Тобой, для того, чтобы просто побыть в Твоем присутствии. Для того, чтобы напитаться светом Твоим, славой Твоей, Господь. Для того, чтобы облечься в силу Твою, Господь. Мы не хотим строить там кущи, Господи. Мы не хотим оставаться там навечно, Господь. Но мы хотим исполнить волю Твою, Господь. Мы не хотим жить там, где нам комфортно, где нам удобно, где нас, Господь, приветствует, где нас любят. Но нам надо исполнить волю Твою, Господь. Во имя Иисуса Христа. Не дай нам погрязнуть в комфорте сегодня, Господь. Но дай нам пойти туда, куда Ты хочешь, Господь. Туда, где сегодня Тебя не знают. Туда, где сегодня, может, некомфортно. Туда, где, может, сегодня мы будем испытывать какие-то страхи, сомнения, Господь. Но мы верим, что Ты рядом. Мы верим, что Ты укрепляешь нас, как Ты укрепил Илию, Господь. Для того, чтобы исполнить новое предназначение. Во имя Иисуса Христа. Пускай всякая куща сегодня, Господь, она будет сожжена. Всякий дом, который мы построили, Господь, для своего комфорта, пускай будет сожжен, Господь. Всякое, Господь, место, за которым мы сегодня прячемся, всякая куща, всякое дерево, пускай будут сожжены, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы нам войти в Твое предназначение, чтобы нам войти в Твое призвание, Господь. Благослови нас, Господь. Мы уповаем на Тебя, любим Тебя. Доверяем Тебе наши жизни. Духом Святым веди нас сегодня. Веди нас по этой жизни. Наполняй сердца наши. Будь рядом, Господь. Будь рядом в любую трудную ситуацию.
в любой сложный момент. Будь рядом, Господь, с каждым из нас во имя Иисуса Христа. Господи, мы разрушаем всякие дерева, всякие статуи, всякие жертвенники, которые, может, мы создали на протяжении своей жизни во имя Иисуса Христа. Господи, да будет слава Твоя. Да будет слава Твоя в нашей жизни, Господь. Во имя Иисуса Христа. Любим Тебя, Господь. Молимся Тебе. Доверяем Тебе наши жизни, Господь. Предоставляем Тебе в жертву живую, благую, угодную, Господь. Для того, чтобы познать, в чем есть воля Твоя, Господь. Для того, чтобы сегодня познать, в чем есть Твое призвание, Господь, для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Благословит Господь. Давайте присядем еще на минутку. Друзья, скажите, кто-нибудь сегодня завтракал? Завтракали? А я нет. Я кормил. Да. Это получается, если мы завтракали, сейчас что получается у нас? Обед или ланч? Ланч. Такой, ну, небольшой такой, да? Не тяжелый ланч. Нам предстоит еще обед, аминь. Но обед предстоит каждому из нас дома уже, я так полагаю. Да? Так что, придя домой, друзья, давайте не будем оставлять то, что мы сегодня услышали. Придя домой, давайте просто будем анализировать то, в чем мы сегодня пребываем. То, где мы сегодня находимся. Аминь. Придя домой, давайте просто не опустим рук. Знаете, как ты попадаешь домой, ты думаешь, ну все, слава Богу, здесь хорошо, здесь комфортно, здесь удобно, здесь тепло. Пускай дома мы будем также во всеоружии, также бодрствовать, как мы это делаем и на улице. Аминь. Также будем укрепляться в вере, молиться и читать во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит Господь. Спасибо, Владлен Ибрагимович. Такая классическая проповедь миссионера. Я просто вот Владлен, я понимаю, о чем он говорит, я понимаю сейчас его переживания, что вот он оставил все, уехал в другой город, там центр, братья, их немного. И они все очень интересные, и все так вот, ребенок там в садик, туда-сюда, чужой город, надо работать как-то, обеспечивать себя. И видишь, что он радостный же, правда? Он не вышел там не грустный, там вот, все плохо, а он радостный. Еще порадостнее каждого из нас, наверное, здесь. И я помню, когда мы только тоже приехали, как мы жили там по 15 человек в квартире, как это вообще все было, как мы спали на полу. Как ты понимаешь, что просто пошли, нас благословили, помню, два мешка картошки мы привезли, мы за неделю съели два мешка картошки, ну, потому что больше не было ничего там кушать, мы просто одну картошку ели. Ну и вот это вот интересно, конечно, время, но в радости были полные штаны, как говорится. Такая вот жизнь была, как настоящая, что ли. И это чувство очень-очень-очень классное. Я помню, мы ни о чем не могли разговаривать, кроме как о Христе, кроме как о евангелизации, как о миссии. Мы ни о чем не могли думать, мы всегда там пребывали в молитве. У нас каждое утро молитвы, каждый вечер молитвы. И вот чем вот теснее, тем больше. В тесноте воззвал к тебе, да, как Давид пишет. И помните, этот Давид тоже так же вот совершил ошибку, когда он вошел в комфорт. Когда все пошли на войну, а он остался дома, проснулся поздно. И увидел девушку, и грех пришел в его жизнь. Тоже комфорт. И вот этот комфорт, он на самом деле портит нашу христианскую жизнь. Я не говорю сейчас о комфорте, знаете, давайте сейчас продадим все квартиры, там все там это, и залезем в канализацию, будем там жить в колодцах. Я не про это говорю. Я просто говорю о том, что вот все как-то уже устроилось, и ты в этом живешь, и тебе в этом нормально. Мне кажется, это нас может сгубить. Надо постоянно вышагивать куда-то. Я вот... К примеру, даже вот то, что я в прославлении пел, можно бы сказать, вот проповедника пригласил, ну можно отдохнуть самому. Но нет, я не хочу отдыхать, я потому что знаю, что отдых ни к чему хорошему не приводит. Я буду играть лучше с командой прославления. В другой раз я пойду
проводить детское собрание, например. Ну, что-нибудь. Я не хочу просто сидеть, я хочу что-то делать. Но я не могу просто так сидеть. И поэтому, может быть, если ты на своем стуле сегодня, правда, сотворил уже кущу, и надо сжечь ее, давайте сейчас лисенят запустим, и все, пыхнет все. Вот про это говорят, не надо вот этот комфорт. И Любовь Михайловна, помните, нам приезжала в ту неделю, она говорила то же самое, что как важны в жизни человека трудности. Это очень хорошо, тем более в жизни верующего человека. У меня комфорта нету, могу сразу сказать, все как-то вот... Ну, нет вот такого времени, даже когда я могу просто закрыть глаза и полежать там час или два днем. Такого не бывает. Всю жизнь ты в каком-то вот таком движении. И я считаю, что это очень хорошо. И когда кто-то начинает жаловаться, вот времени не хватает, ни на что не хватает, все вот это, бежим, там группа, репетиции, там служение, там все, надо. Я говорю, да классно же. Ну да, классно. Я говорю, ты вспомни, как ты раньше жил. С утра встал, там, пошел, там, ничего там у тебя, ни денег, ни целей. Вообще, ты просто болтаешь, как непонятно что в проруби. И все, вот такая вот жизнь была. И так хотелось что-то делать. На людей смотришь, они что-то делают. Я лучше вот буду делать, чем вот так болтаться, правда же? И вот хотелось, чтобы у нас церковь такая была. Вот вы знаете, вот эти 12 человек, 12 апостолов, они же не сидели. Представьте, если бы они сели. Они бы сказали, Петр говорит, а у меня там теща, пойду я к теще, она пирожки там пекет, идите там пока там попроповедуйте. Фома сказал бы, Христос пришел бы, он потрогал, говорит, а опять облапошили, ерунда все это, не верю, все равно. И пошел бы тоже домой там, и все бы разошлись, потому что некомфортно. Когда они пришли, когда Иисус восходил уже, на небеса, последняя их встреча, они пришли, он думал, сейчас что-то Иисус им скажет такое особенное, сейчас скажет за веру и правду, что вы служили мне, вот вам по мешку золота, и идите отдыхайте. Они стоят, ждут, а он говорит, идите, проповедуйте Царство Божье. Все, это его послание было. Он говорит, идите, не сидите, не лежите, идите это действие, не надо сидеть. И каждый из нас может найти какое-то действие в своей повседневной жизни. Что-то мы можем делать. Это мелочи какие-то. Ты можешь частичку вот этой любви Иисуса давать другим людям. Своим соседям, там, в транспорте место уступил, там, кого-то благословил, бабушке помог, там, какие-то такие вещи. И вот это не комфорт. Это здорово, так и надо жить. Или с утра встал, например. Знаете, бывает такое, вот я думаю, каждый бывает, когда Бог будет ночью. Например, ты в 5 утра просыпаешься и спать не хочешь, и ворочаешься. Ну еще буснуть, что же такое, еще буснуть. Так это Дух Святой тебя разбудил, вставай, молись. Что-то Он хочет через тебя сделать, молись. Он, может, хочет тебя благословить. Прикинь, Бог такой, вот сейчас я его разбужу, он помолится, и я ему дам хорошую работу, благословлю его. Разбудил, лежит там, спать, ничего не получишь вообще. И даже помолиться не можешь нормально. Поэтому вот я всем советую, встал рано утром, если не можешь, проснулся, иди помолись. Увидишь, какая слава Божья будет. Дух Святой так будет. Вот, друзья, и пускай у нас так будет, правда? Давайте встанем, помолимся за нужды церкви, наше видение, и благословляясь, пойдем на улицу, где все микробы сдохли. Да, все, помолимся.